Всем здравствуйте! И сегодня мы вам покажем установку, сборку и преимущества палатки Polar Bird Family Plus. Приступим! Открываем чехол, посмотрим комплектацию. В комплектацию полы входят, антидождевая накидка, дополнительные прутки для жесткости, колышки и растяжки, ну и сама палатка. Палатка готова к установке. Я легко это сделаю один, только в одном моменте мне поможет Евгений. Расправляем комнату отдыха. Вытягиваем одну сторону. Вытягиваем одну сторону шатра. Приподнимаем сторону комнаты отдыха. Вытягиваем крышу. Итак, все следующие стороны комнаты по очереди. Далее расправляем и вытягиваем сторону шатра. Остается только вытянуть крышу. Я пошел взять крышу, Евгения немножко придержит одну из сторон. Теперь мы ее разворачиваем. Палатка Polar Bird Family Plus установлена. Все легко и очень быстро. Осталось установить комплектующие. Устанавливаем дополнительные прутки жесткости на вход шатра. Они выполнены из стеклокомпозита. Из этого же материала выполнен каркас палатки. Проверим на прочность. Вот так. Достаточно прочен. Все, сейчас будем устанавливать пол. Пока я устанавливаю прутки жесткости на вход, Евгений установит полы. Полы выполнены из надежного и прочного материала, непромокаемого. Палатка оснащена двумя внутренними юбками с контактной лентой. Итак, пол установлен. Осталось только установить колышки и растяжки. Палатка очень вместительная, но за счет своей конструкции и жесткости имеет очень высокую ветроустойчивость. Палатка укомплектована антидождевой накидкой, которая также легко и быстро устанавливается. Все, закрепляем. Так, накидка установлена, теперь можно отдыхать при любых погодных условиях. Палатка Polar Bird Family Plus достаточно объемная и вместительная. Она имеет хороший большой шатер и отдельную комнату для отдыха. В шатре можно отдыхать в большой и веселой компании. Мы находимся в комнате отдыха палатки Polar Bird Family Plus. Достаточно большая, вместительная. Я комфортно стою в полный рост. У нас установлены два кресла-трансформер, на которых можно сидеть либо лежать. Еще остается много места для вещей, либо установки еще одного кресла-трансформер Polar Bird. Так, приступаем к сбору палатки. Это все достаточно легко и быстро, но для этого необходимо вначале убрать полы в комнате отдыха и дополнительные прутки жесткости на входе в шатер. Так, снимаем верхнюю и боковые. Внутренние комплектующие мы убрали. Теперь можно приступить к съему антидождевого тента. Все быстро
и легко. Теперь приступаем к сбору палатки. Засекаем время. Убираем крышу. Боковые стороны шатра. И комнату отдыха. Все, мы ее сложили. Осталось только упаковать в чехол и сложить в машину.